Отлично. Здравствуйте, ребята. Отлично. Ну, мы, как обычно, сами себя представляем, сами поем, сами играем. Сегодня будет двойной концерт, потому что на предыдущем выступлении мы поняли, что Настя, ну, как-то мало совсем выступила, и потенциал-то намного больше. Так что, Анастасия. Анастасия Маслова, да, я вас зову. Да, скорее, скорее. В общем, мы потихонечку начинаем. Наблюдайте, смотрите, инстаграмте, там, ну, в общем, вы знаете, что делать. Настя откроет, начнет, задаст нужный ритм. Да, ну поговори, скажи что-нибудь людям. Добрый вечер, друзья. Да, чтобы все было красиво. Да, спасибо, Олег, что представила. Всегда рад. У нас сегодня второй совместный концерт, я этому безумно рада, потому что каким-то чудесным образом познакомилась с Алиной на ее концерте, когда она давала в честь своего дня рождения концерт здесь, в Москве. И для меня, на самом деле, мечта то, что я теперь могу выступать вот на одной сцене с Алиной. Вот. Не знаю, кто еще с кем мечтал выступать, поэтому я думаю, что-то совместное в скором времени. Не сообразили. Ну все, ребята, аплодисменты ему не поверьте. Друзья, немножечко расскажу о том, что за аппаратура у меня здесь представлена, потому что, может быть, с той стороны не все видно. И вообще, что я сегодня буду делать здесь на сцене. Значит, у меня есть синтезатор. Да, например. Также у меня есть штука, которая делает шумы, называется хаус-пад. Да. Он делает различные звуки шумовые. Также есть процессор эффектов для голоса, там иногда он может изменяться. Кроме того, есть машина, которая издает звуки вот такие. Примерно такие биты можно сделать. Также я буду использовать битбокс. Я думаю, все знают, что такое битбокс. Поднимите, пожалуйста, руки, те, кто знает, что такое битбокс. Так. Ну, больше половины, да? Для тех, кто не поднял руки и, возможно, еще не знаком с этим направлением, расскажу. Это способ имитации звуков при помощи рта. Звуки будут барабанные. Звучать все будет вот так. Также можно делать... Спасибо. Также можно делать абсолютно различные стили. При помощи тоже губов, языка, губ языка. Хорошо, едем дальше. Также есть два микрофона, один для битбокса, другой будет для вокала. Ну, попробуем, поехали. И вся музыка, которая сейчас будет здесь звучать, очень важно, чтобы вы поняли, она будет вживую исполнена лично мной. Не знаю, чудо ли будет это для кого-нибудь, но для меня это было чудо, потому что в поиске себя я решила соединить все, что умею, все, что там, музыкальная школа, училище, флейта. А, да, также будет еще две флейты. Да. Вот, хорошо, музыка будет писаться в стиле зацикливания. У меня здесь есть машинка, которая зацикливает звуки. Ну, я думаю, сами поймете, я не буду сейчас отдельно показывать, как она работает. Все услышите. То есть сначала я буду набивать одни дорожки, потом другие, и поехали. Oh,
Подготовки.
Thank you.
очень переживала за вот эту ровную бочку. Сейчас переключу эффект, вот так получше. За ровную бочку, потому что здесь публика собирается обычно искушенная джазовыми композициями, плюс 9, минус 13, 11, если кто понимает, да, я думаю, многие понимают. Я переживала, что такие музыкальные композиции, мои картинки, думала, может быть, не понравится. Вы хлопайте, улыбайтесь, кричите «У-у-у!», хлопайте вторую, четвертую долю, это круто, спасибо, это здорово. Хорошо, двигаемся дальше. Чтобы немного сбавить обороты, попробуем более медленную композицию. Ну, тоже такие музыкальные конфетки. Thank you.
побольше, сейчас сделаем чуть-чуть, прибавим темп и будем двигаться дальше. Следующая песня, так же, как и та, что прозвучала, будет звучать на стихи неизвестных авторов, которых я находила в интернете. Просто сочинилась мелодия, и я думаю искать, чего, как, какой текст сделать. Следующая композиция будет тоже достаточно интересная. Видео, запись есть в YouTube. Зачем я сказала, не знаю? Ну да ладно, поехали дальше. Прокачать медленные композиции. Ну, раз я вспотела, надеюсь, у меня это получилось. Хорошо, дальше я сейчас посмотрю список, чего там дальше-то. Не устали, кстати, еще? Нет? Я надеюсь, это значит не устали. Класс, спасибо за поддержку. Хорошо, набираем обороты тогда вообще BPM 120 и едем дальше. С вашего позволения, сейчас тёплый уберу, потому что что-то совсем жарко сейчас. Мастер-класс по прическам сразу на сцене.
Так бывает, да.
поете, ребята и девчата. Ох, класс, ой, передохну, дайте передохну чуть-чуть. О, как круто. Здорово. Хорошо. У меня есть в запасе еще две композиции. Одна из них такая интерактивная. Вот сейчас я найду нужный пресет где-то, она у меня лежит с нужным темпом. Хорошо, и если вам уж понравилось, я надеюсь, есть в зале трое смельчаков, желающих выйти на сцену и попробовать вместе со мной делать музыку. Да? О, отличная девушка, выходите. Здорово. Давайте вот вдвоем еще кто-нибудь один. Сейчас расскажу, что будет происходить. Обычно в такой момент все думают... Проходите, не стесняйтесь. В такой момент все думают, о, что же сейчас будет? А вдруг я не смогу? Какие-то конкурсы? Кто еще? Кто-нибудь еще? Во, отлично. Подходите. Итак, сейчас расскажу, что будет происходить. Я набью аккорды, как обычно. Как обычно, битбокс. Вот, и потом, значит, у меня здесь есть три дорожки. На каждую из них мы с вами будем записывать что-нибудь, любую фразу, да? И таким образом поиграемся, как... Почувствуем себя как диджей, да? Давайте для начала познакомимся. О, отлично. Как вас зовут? Константин. Аплодисменты. Отлично. Константин. Как? Ася. Аплодисменты. Смельчакам нашим. И Дима. Хорошо. Смотрите, друзья, система будет вот такая. Во время нажатия на кнопку надо будет сказать звук. Давайте попробуем порепетируем. Да? Пока музыки нет, чуть-чуть порепетируем. Смотрите, будет выглядеть вот так. Я всех люблю. Я всех люблю. Потом я буду нажимать на кнопку, или, может быть, вы, если захотите, попробовать, получится. Я всех люблю. Я. Да? И таким образом под музыку у нас будет три фразы от вас троих. У вас сейчас пока есть время подготовиться, подумать, что вы будете говорить. Очень важно говорить в первую долю. Пэмс. Хорошо? Надеюсь, вы знаете, что такое первая доля. Если что, сориентируемся. Едем, пробуем. Да, кстати, матом нельзя ругаться. На всякий случай. Пробуем сначала музыка, а потом пробуем записываться. Yeah.
потому что у запаса у меня осталась только одна грустная песня, а я настолько перевозбудилась, что сейчас вот так вот не смогу ее, наверное, исполнить. И на этой чудесной ноте предлагаю завершить вот мою программу. Очень рада была вас сегодня видеть здесь. Спасибо. Общаться, дружить и, возможно, делать музыку вместе. Все, я ушла. Пока. Настя Маслова с вами. И вы со мной. Я очень рада. Пока. Сегодня праздник, уже целых три набора клавиш. За это спасибо клубу Алексея Козлова, за самые классные технические райды, вообще, мне кажется, в Москве. Я снова, моя Москва, пешком от сна.
станции до дом. Этот танец до утра я приглашаю тебя. Сабантуй, а пришли, потому что классно, вообще классно. То, что Настя делает, это я смотрю и думаю, вроде скромная такая девочка, знаете, такая вот милая, а такое она там насочиняла. Пляски урбана, и голоса уносят прах.
взрослый. А вы играете с самим взрослым своим. Совершенно. Ну как у вас дела, ребята? Вот так, губ надо вытянуть вперед, вот так, трубочка, как будто поцеловать хотим любимого, да? И сказать «бу»,
Да, очень сильно. Бу. Потом сказать бу. Да, потом сказать бу без голоса. Да, и вот так вот сделать, чтобы воздух выходил. Да, очень важно накопить все напряжение, всю свою любовь и выдать в самом конце. Долго ты накапливала это напряжение, чтобы выдавать всегда такой звук. Так сложилось, что я занималась на флейте с 6 лет, и там вот как раз учили напрягать вот эту часть губ. Да, и так получилось, что очень быстро получалось. Так, ну давай попробуем. Я всю свою любовь сейчас собирала. О, я тебе еще помогу собрать любовь. Смотри, вот что делает бутбоксер. Подожди, ты только вернулась из свадебного путешествия. Да, кстати, можно аплодировать. Быстро сейчас расскажу фокус, друзья. На самом деле битбокс впечатляет из-за того, что битбоксеры применяют небольшой секрет. Они обнимают микрофон и накапливают всю свою любовь вот прям в середине микрофона. Таким образом, вместо такой бочки получается вот такая. Ален, советую, попробуй. Обнимай микрофон. Да. Итог. Неплохо. Отлично. Да, это вот как это снэс. Давай по очереди. Снова раз, два,
И круто двигаться к какой-то цели. Она может быть совершенно не, как сказать, не материальной. Да, вот просто есть цель, тебе просто нужно. Нужно двигаться вперед. Так что я вот своим парням хотела сказать, что они классные, и без них я никуда. И я надеюсь, что это только начало. Затянуло очень долго. Тайны мои одна.
Что, обстановка? Тут правда жарко. Так правда. Ну что, следующая песня. Да, вы готовы для следующей песни? Саша, пошел с Настей общаться. Она тоже, наверное, что-то про бочку расскажет. Про любовь. Дорогие, без тебя, видишь, как-то не вообще не может. Он же все. Выживет себя. Мечта, и я, и я. Мечта, и я, и я.
расстояние? Новая песня? О, новая песня. Она называется «Расстояние». Расстояние. Да, я просто не могу, мы как будто давно не виделись. У нас планируется концерт на крыше в Санкт-Петербурге. Вот, да? Ну и вот, собственно, следующая дата, она, наверное, будет как раз некой презентацией. Я думаю, это в сентябре. Ну, там все вернутся из своих этих отпусков и все такое. Ну, раньше. Подожди. Конечно, конечно. Нужно, чтобы все были готовы к этому. Чтобы больше людей пришло. В общем, подготовиться. Позвать классных специальных гостей, например. В общем... Ой, вроде воскресенье, а вы все такие активные. Мне прям нравится. Как обычно, да. Вот, так что, ну, следите за обновлениями, мы стараемся, работаем. Хотим еще много чего сделать, и скоро, я надеюсь, наша команда немножечко расширится, и будет в 4 раза, в 5 сильнее. Все, да, можем дальше идти. А танцевать нужно? Я не знаю, что это за стиль.
я не буду этого делать. Думаете, сейчас легко так.
Оставьте в танце свое тело. Рассказать, как жить. Нам приходить на следующий год.
это в барабаны. Подложно.
сделали. Самое важное, знаете, что в концерте? Это поклон. Дверь открытую.